Ребята, что это такое? Я не знаю. Какая-то колючка, короче. Подобие колючки. Такие острые, видишь? Колючие. Если, короче, на это вот стебануться, так жопу сразу лицо покрасишь. Это, ой, друзья, это очень колючая. Вот она, яблонька. Двухсортовая. Не знаю, что такое это за фигня. Вот это вообще. Кто знает, друзья. Ужас какой-то. Вот. Картофель. Ой, у тетки тут. Медурный рай. Разные. Тут тоже все цвету. Вот. И перцы. Перцы, смотрите, как шоколадный заяц. Ой, господи. Видишь, картошка непонятно какая. Ну, окучено. Господи, там. Это вот непонятно. Сейчас посмотрим, что там такое. Это вот тут там вот. Это вот, смотрите, вот маленькие какие-то, не знаю, что такое. А, это физалис, друзья. Физалис вот такой. Огурчики вон. Вот она, друзья мои, это вот это слива. По-моему. Но слив, по-моему, тут нема. Как я скажу вам. Слив как нема. А, видите. Не, это фундук, друзья. Это дерево фундучек. Фундук, вот он, видите. Вот она такая вот фундук. Или как ее там? А, не, как называется? Миндаль, господи. Это миндаль, дерево. Миндаль. Вот она слива. Короче говоря, вот так вот. Батончик такой. Тут фиг пройдешь, фиг зайдешь. Укропчики такие. У кого-то персик, у кого-то нету персика. Даже это все вырастет, не знаю. Конечно. Вот вишенька такая мало в этом году. Вишня. Красота. Фу. Вот этот, как его называется? Этот. Скажи мне, я скажу тебе. Ой, это вот облепиха, друзья. Thank you.
вот, смотрите, какой. Вот она, слива. Точно. Точно. Вот она. Ух ты. Вот, сейчас я, друзья, покажу вам сливу. Видно? Вот она. Вот черненькая такая. Это слива. Вот. Черемуха.